Я каждый год стараюсь его праздновать в семье. У меня большая семья, и, по-моему, только единственный раз, когда я играл за «Локомотив Кубань», мне не удалось встретить Новый год с семьей. Вот все остальные разы, даже если было плотное расписание, я старался прилетать, играя в других городах. Вот, и всегда это как бы понятно, что уже за общим большим столом вспоминались всякие веселые истории из прошлого года и из детства. Вот, поэтому какие-то намечались планы на будущий год, что надо сделать. Вот, поэтому это такое очень приятное времяпровождение всей большой семьи. Уважаемые болельщики ЦСКА, я хочу вас поздравить с Новым годом. В новом году хочу пожелать, чтобы вы как можно чаще приходили на наши игры, а также успехов с вашим любимым клубом. С Новым годом!